السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دنيا میں بہت سی باتیں بہت سے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور говорит многие люди в мире разговаривают о суетных вещах некоторые шутку говорят такие вещи из-за которых возникают ссоры иногда люди собираются и говорят о бесполезных и бессмысленных вещах И иногда некоторые люди в шутку говорят такие вещи, которые наносят вред другому человеку, или говорят бесполезные вещи, которые никому не приносят пользу, и они только напрасно тратят свое время. Суетность означает бесполезно тратить свое время. Священный Коран запрещает проводить свое время в суетных делах. Обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, объясняя аят, в котором говорится о суетных вещах, сказал, обетованный Мессия мир ему говорил, в аяте, и когда проходят они мимо суетного, то проходят они достойно. Сообщается о качествах верующего. Когда он видит суетное, он проходит мимо с достоинством. Но мне с сожалением приходится говорить, что женщины часто склоняются к суетным вещам. Азур говорит, таково же сейчас состояние и мужчин. Далее обетованный реформатор сказал, например, они безо всякой необходимости спрашивают, за сколько вы купили эту одежду, за сколько вы купили это украшение, кто изготовил вам это украшение. Такого рода мелкие вещи относятся к суетным. Это такие вещи, от которых никто не получает пользу, и даже наоборот, они оказывают плохое влияние на тех женщин, которые слушают такие разговоры.
Обычно женщины не успокаиваются до тех пор, пока они не получают полную информацию. Обетованный Мессия мир ему часто рассказывал, что одна женщина заказала ювелиру кольцо, но когда она надела его, никто не обращал на него внимания. Хотя это было большое кольцо из золота. И когда она почувствовала, что никто не обращает внимания на ее кольцо, она подожгла свой дом. А когда люди прибежали, чтобы тушить пожар, случайно одна женщина обратила внимание на это кольцо и спросила: «Сестра, когда вы купили это кольцо?» И она также спросила: «У вас осталось еще что-то, что не погибло в огне пожара?» Она сказала: «Кроме этого кольца у меня ничего не осталось». И она также сказала: «Сестра, если бы ты спросила о кольце чуть раньше, то мой дом не сгорел бы». И сейчас такого рода вещи можно увидеть не только у женщин, но и у мужчин. Многие после слов приветствия «Ассаламу алейкум» спрашивают: «Откуда вы пришли и куда идете?» Потом спрашивают: «Какой у вас доход?» В то время как у европейских народов отсутствует такая привычка. Они не спрашивают человека о работе и не спрашивают о зарплате. Одним словом, суетность не означает только такие вещи, которые причиняют вред другому. Каждая бесполезная вещь, которая даже не причиняет вред, является суетной. Обетованный Мессия мир ему в одном месте, разъясняя слово «суетность», сказал: «К суетности относится такое действие, от которого другой человек не получает какого-то большого вреда или убытка. Для верующего обязательно, чтобы его разговор был полезным, и он должен удерживать себя от всякой суетности». Мы часто наблюдаем, что многие люди тратят свое время в бесполезных разговорах. Затем обетованный реформатор приводит некоторые поучительные притчи. Он сказал: обетованный Мессия мир ему часто рассказывал одну шутку. Однажды деревенский мусорщик приехал в Лахор, и он увидел, что все индусы и мусульмане плачут. Он спросил: «По какой причине вы плачете?» Они сказали: «Умер Махараджа Ранджит Сингх». Махараджа Ранджит Сингх был единственным справедливым правителем из сикхов. Все остальные сикхские правители были очень жестокими. Я также часто слышал из уст обетованного Мессии мир ему, что в эпоху Махараджи Ранджит Сингха был установлен мир, и он исправил многие недостатки сикхов. Другие сикхские правители часто грабили людей и забирали у них имущество, и никто не соблюдал законов. Государство в эпоху других правителей было разделено на мелкие части, и каждая из них поступала по-своему. А Махараджа Ранджит Сингх в период своего правления установил мир и очень хорошо относился к мусульманам. У него было несколько визирей мусульман. И отец обетованного Мессии мир ему, то есть наш дедушка, тоже был одним из его генералов. Мусульмане занимали и другие большие посты. И вспоминая хаос и беззаконие, которые творились при других правителях, и о том, как он восстановил мир, люди плакали, когда он умер. Когда этому мусорщику сообщили, что люди плачут, потому что умер Махараджа Ранджит Сингх, то он очень удивился и сказал: «Умерли очень великие люди, такие как мой отец. Почему люди так сильно плачут из-за смерти этого раджи?» Он не знал этого раджу и поэтому не считал, что он заслуживает уважения. Каждый человек ценит ту вещь, которую он считает заслуживающей уважения. Отец этого мусорщика очень хорошо относился к нему, и поэтому он любил своего отца.
А Махараджа Раджит Сингх хорошо относился ко многим мусульманам, но этот мусорщик не был из их числа. И этот мусорщик не обладал пониманием того, насколько полезен мир в стране и отдавал предпочтение личным интересам. Он думал, что ему надо уважать только своего отца, а смерть Махараджи Раджит Сингха не имела для него никакого значения. То есть люди ценят те вещи, важность которых они понимают. И иногда, по своему незнанию, они не ценят драгоценные вещи. Например, если вы дадите бриллиант ребенку, он не будет ценить его. У каждого человека есть круг своих ценностей. Но каждый мусульманин Ахмади должен быть полезен не только в своем круге общения, а он должен быть полезен для всех. В результате он станет причиной хорошего знакомства с общиной и таким образом откроются новые пути для проповедования. Если мусульмане Ахмади будут оказывать хорошее влияние на людей, то люди поймут суть ислама и узнают, что мир в мире можно установить только посредством исламского учения. Одним словом, нам надо всегда стремиться к тому, чтобы люди, находящиеся в нашем круге общения, узнавали от нас об учении ислама. Некоторые люди совершают незначительные пожертвования и думают, что они многое сделали. А некоторые не совершают никаких пожертвований и считают себя равными тем людям, которые совершают пожертвования. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, относительно таких людей, рассказал одно событие. Рассказывает о том, как один человек угощал своего гостя и приложил все свои силы для того, чтобы оказать ему гостеприимство. Когда его гость кончил есть, хозяин с большим смирением сказал ему: «Я не смог угостить вас с должным почтением, извините меня». Гость подумал о том, что хозяин хочет показать ему, что он оказал ему милость, и он сказал: «Вы сказали мне все это для того, чтобы я поблагодарил вас, но я вам тоже оказал милость». В ответ на это хозяин сказал: «Если вы оказали мне какую-то милость, то сообщите мне о ней, и я обязательно поблагодарю вас». Гость сказал: «Вы меня только угостили, но я оказал вам большую милость. Посмотрите на свою комнату. В вашей комнате есть имущество на несколько тысяч рупий. И когда вы пошли за пищей, я мог бы сжечь ваш дом, но я не сделал этого. А теперь скажите, кто из нас оказал большую милость?» Услышав это, хозяин сказал: «Вы оказали большую милость, и я благодарен вам за то, что вы не сожгли мой дом. Посмотрите, есть такие люди, которые считают, что вместо того, чтобы им благодарить других, другие должны благодарить их. Одним словом, верующий должен быть поистине благодарным. И он никогда не должен быть неблагодарным». Я
جلا کر یہ سب کچھ جلا دیتا دکھا کے. تم ہی بتاؤ کہ ایک پیسے کا بھی سامان باقی رہ جاتا اگر میں آگ لگا دیتا تو؟ مگر میں نے ایسا نہیں کیا. میزبان مہمان کہنے لگا کیا یہ میرا احسان کم ہے تم پہ؟ یہ سن کر گھر والا نے کہا کہ واقعی آپ نے بہت بڑا احسان کیا, میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا گھر نہیں جلایا. В одном из своих выступлений обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, дал наставление миссионерам, и он рассказал им одну притчу, которую он слышал от обетованного Мессии, мир ему. Обетованный Мессии, мир ему, рассказывал: когда-то жил один падишах, который очень уважал одного пира. И он сказал своему визирю: «Ты должен встретиться с моим пиром». Но тот всегда находил какой-то повод, чтобы не встречаться с этим пиром. Но однажды падишах взял с собой своего визиря, и они вместе пошли к этому пиру. Пир сказал: служение исламу — очень хорошая вещь. И потом сказал: Искандер, то есть Александр Македонский, тоже очень много служил исламу, и поэтому он до сих пор известен. Услышав это, визирь сказал падишаху с иронией: «Ваше Величество, ваш пир очень хорошо знает даже историю». На самом деле, Искандер жил задолго до появления ислама. А этот господин пир сейчас пишет новую историю. После этого падишах стал ненавидеть этого пира. Рассказав эту притчу, обетованный Мессия, мир ему, сказал: человек должен знать и всегда помнить о том, как вести себя на собрании, потому что если он не ведет себя как подобает, он бывает опозорен и унижен в глазах людей. Например, если где-то идет собрание, на него приходит очень знающий человек и ложится перед всеми, то люди не будут смотреть на его знания, и у них сразу сложится о нем плохое впечатление. Очень важно, чтобы наши миссионеры имели знания из разных областей, и в том числе они должны знать, как надо вести себя на собраниях. Каждый миссионер должен иметь хотя бы элементарные знания по географии, математике и так далее, а также знать этикет поведения на собраниях. Поэтому он должен читать книги об этом, и это не является каким-то сложным делом. Для этого просто надо проявить трудолюбие. Для этого придется только прочитать книги по каждому предмету, дающие хотя бы элементарные знания. И также миссионер должен знать о том, что происходит в мире. Иногда некоторые миссионеры испытывают стыд от того, что они не могут ответить на вопросы, относящиеся к политике. Я получаю жалобы об этом. Поэтому миссионерам надо знать о том, что происходит в мире. Обетованный Мессия, мир ему, рассказывал притчу. У одного человека было два сына. И он разделил свое имущество на две части и отдал своим сыновьям. Младший сын, взяв свою часть, уехал далеко и растратил все свое имущество. Потом он начал работать у одного человека пастухом, но подумал: у моего отца работают многие люди, и они получают зарплату больше, чем я получу здесь. Поэтому будет лучше для меня, если я поеду к отцу и буду работать у него.
И он поехал к отцу. Увидев его, отец очень обрадовался и обнял его. Он повелел своим слугам заколоть тучную козу, чтобы они отметили его прибытие. Но когда старший сын узнал об этом, ему все это не понравилось. Старший сын очень хорошо работал, и все имущество, которое было у отца, принадлежало ему. Он пришел к отцу и выразил ему свое неудовольствие из-за того, что он заколол козу ради того сына, который растратил все свое имущество. Он сказал: «В то время как я уже давно служу тебе и никогда не ослушивался тебя, ты никогда не закалывал ради меня даже козленка. Если бы ты сделал это, я бы обрадовался и мог посидеть со своими друзьями. Но когда пришел твой сын, который растратил свое имущество, ты заколол ради него тучное животное». Отец ответил ему: «Ты был всегда возле меня, и то, что принадлежит мне, принадлежит тебе. Я обрадовался прибытию твоего брата потому, что считал его мертвым, а сейчас он ожил, и таким образом я нашел своего потерявшегося сына». Одним словом, когда какой-то человек совершает ошибку, но потом он покается, признает свою ошибку и выражает стыд, то Всевышний Аллах принимает его покаяние и оказывает ему больше милости, чем раньше. Так что верующий должен создать в себе такое качество. И если кто-то приходит к нему и просит у него прощения, то он должен простить его и вместе с этим возносить мольбы за него. И он должен возносить мольбы за тех, кто не признает свои ошибки и не просит прощения. Характер человека должен быть твердым, и он не должен легко менять свое мнение. Обетованный Мессия мир ему часто рассказывал: «Однажды один раджа поел баклажаны, и они ему очень понравились. Когда он сидел во своем дворце, он похвалил баклажан и сказал: „Какой хороший овощ баклажан“. Услышав это, один его слуга тоже начал хвалить баклажан. Он сказал: „Посмотрите, какой он красивый. Его голова похожа на голову святого, у которого на голове зеленый тюрбан, его цвет похож на цвет неба. И когда он покачивается на ветру, это похоже на принца, качающего на качелях“. И рассказал все, что он знал о баклажане. Услышав эту похвалу, раджа начал ежедневно употреблять баклажаны. Но поскольку тушеные баклажаны очень калорийны, раджа заболел. И сидя в своем дворце, он начал ругать баклажаны. Услышав ругательство раджи, этот слуга тоже начал ругать баклажан. И он сказал: „Посмотрите, его лицо такое черное, а ноги синие. И он висит так, словно кто-то повесил его вверх ногами. Каждая вещь имеет хорошие и плохие качества“. И слуга раджи в этот момент перечислил все плохие качества баклажана. А один человек, который сидел рядом с ним, сказал:
Недавно ты очень сильно хвалил баклажаны, а сегодня ты ругаешь баклажаны. Тебе надо говорить правду. На это слуга ответил: «Я являюсь слугой Раджи, а не слугой баклажана». Таково состояние сейчас большинства мусульман. У мусульман должно быть самое твердое мнение, но, к сожалению, сейчас они находятся в этом на низком уровне. Они не говорят правду. И там, где они видят свои интересы, они начинают льстить. И в этом деле и простые люди, и лидеры все похожи. Правдивость требует того, чтобы вы высказывали то мнение, которое вы считаете правильным. Следующее событие рассказывает о том, какую связь с Богом мы должны создать. Если у вас есть крепкая связь с Богом, то будут решаться все ваши проблемы. И эта связь укрепляется благодаря увеличению богобоязненности. Мы, мусульмане Ахмади, претендуем на то, что мы признали имама времени и проведем свою жизнь согласно учению ислама. И ради этого мы должны создать крепкую связь с Богом. Мы достигнем успехов в том случае, если в нас есть богобоязненность и страх пред Всевышним Аллахом. Если мы будем находиться в таком состоянии, то ангелы будут выравнивать наш путь, иншаллах, если Аллаху будет угодно. Наши успехи будут достигнуты не благодаря мирским средствам. Каждый из нас должен стремиться создать в себе богобоязненность и должен создать прочную связь с Богом. Если мирской человек имеет прочную связь с другим мирским человеком, то в случае необходимости он может быть полезен ему. В этой связи обетованный Мессия мир ему рассказал об одном событии. Один человек собирался в поездку и оставил свои деньги на хранение у городского судьи. Спустя некоторое время он вернулся и попросил у судьи свои деньги. А у судьи появилось плохое намерение не возвращать ему деньги. И когда этот человек спросил у него свои деньги, он сказал ему: «Тебе надо лечиться. Когда ты дал мне деньги на хранение? У тебя есть какая-то расписка об этом?» Он сказал: «Нет. Поскольку вы являетесь судьей этого города, поэтому я не посчитал необходимым брать у вас расписку». Судья сказал: «Тогда у тебя должен быть какой-то свидетель». Он сказал: «У меня нет никакого свидетеля, потому что, когда я дал вам деньги, мы были с вами наедине». Судья сказал: «Значит, ты не давал мне деньги, ты просто сошел с ума». Этот человек пошел к падишаху и пожаловался на судью. Падишах, выслушав его, сказал: «У тебя нет никакой расписки и нет свидетеля, поэтому по закону я не могу оказать тебе помощи. Но я подскажу тебе один способ, и если ты правдив, то это будет полезно для тебя. В один из дней я выйду в город, и люди будут приветствовать меня. И этот судья тоже будет стоять возле своего дома, чтобы приветствовать меня. А ты стой рядом с ним, я поприветствую тебя, как своего знакомого. Я спрошу у тебя, почему ты не пришел ко мне, а ты скажи: у меня были некоторые проблемы,
поэтому я не мог прийти к вам. И этот человек поступил так, как посоветовал ему падишах. Когда падишах выехал в город, он стоял возле судьи. И когда падишах приблизился к ним, он вместо того, чтобы поприветствовать судью, поприветствовал этого человека и сказал ему: «Мы давно не виделись». Этот человек сказал: «Меня не было в городе, поэтому я не мог прийти к вам». Падишах сказал: «А почему ты не пришел ко мне после того, как ты вернулся в город?» Он сказал: «У меня есть некоторые проблемы. Я должен получить деньги у одного человека, поэтому сейчас я занят этим делом». Падишах сказал: «Хорошо, но ты должен прийти ко мне, и ты должен чаще приходить ко мне». Когда падишах ушел, судья позвал этого человека и сказал: «Я вспомнил, что ты приходил ко мне и сказал, что ты оставлял у меня что-то на хранение. Но дело в том, что я состарился и стал забывчивым. Ты можешь описать то, что ты оставил у меня на хранение?» Этот человек дал описание того, что он оставил у него на хранение. Судья сказал: «Да, я вспомнил этот кошелек, я положил его в такое-то место». И он быстро пошел в свой дом, принес этот кошелек и отдал ему. Рассказав это событие, обетованный Мессия мир ему сказал: «Не надо бояться какого-то генерала, он может поранить вас своими мечами и пулями, но он находится под властью Всевышнего Аллаха. Если Аллах скажет ему не делать этого, то он не будет это делать». Одним словом, раб Божий должен дружить с Богом, и он должен вручить себя Богу. Это путь успеха. Обетованный Мессия мир ему часто говорил, что истинный верующий подобен искреннему другу. Он рассказывал: «Жил один богатый человек. Его сын дружил с плохими людьми. Отец постоянно предостерегал его и говорил: „Это льстивые и корыстолюбивые юноши. У них нет истинной любви к тебе, не трать на них свои деньги“. Но он никогда не прислушивался к предостережению своего отца. Я отвечал: „Это мои преданные друзья, они готовы пожертвовать всем ради меня. Видимо, у тебя нет искренних друзей, и поэтому ты плохо говоришь о моих друзьях“». Отец сказал ему: „Если ты не хочешь прислушаться к моим словам, то испытай своих друзей и на практике убедись в этом. После этого ты сам узнаешь, сколько у тебя настоящих друзей“. Он спросил: „Как я смогу испытать их?“ Отец сказал: „Иди в дом каждого своего друга и говори: „Отец выгнал меня из дому и лишил меня собственности. Дайте мне немного денег, мне нужно устроиться на работу“». Когда он пришел в дома своих друзей, и они узнали, что отец выгнал его из дома, то некоторые из них, даже не выходя из дома, говорили: „Я болен, и мне очень жаль, что в настоящий момент я не могу с тобой встретиться“. А кто-то из них просил передать через слуг, что его нет дома. Кто-то под предлогом сочувствия говорил: „Деньги у меня были, но сегодня я отдал их тому-то“. Так он с пустыми руками, вернувшись назад к своему отцу, сказал: „Так твои слова подтвердились. Мне не помог ни один человек“. Отец сказал: „Идем, я покажу тебе своего друга“. И они вместе направились за город в сторону джунглей. Они подошли к одному дому и позвали хозяина. Так же, как сейчас охраняется железная дорога, в давние времена охранялась дорога, и этот человек нес службу охранника. Отец постучал цепью двери, и изнутри раздался голос: „Кто там?“ Он назвал свое имя и сказал: „Я такой-то“. Хозяин дома сказал: „Очень хорошо“.
Однако, после того, как он это сказал, наступила тишина, и в течение получаса не было никакого ответа. Сын стал говорить: «Твой друг такой же, как и мои друзья, и это уже доказано». Отец сказал: «Не беспокойся, сейчас мы узнаем, почему он так долго не выходил». И после того, как прошло еще 5-10 минут, этот человек вышел на улицу. Одной рукой он держал за руку свою жену, на поясе у него висели ножны, а в другой руке он держал саблю. Выйдя наружу, он сказал: «Мой друг, извини меня, я задержался из-за того, что ты пришел ко мне в середине ночи. Когда ты постучался в дверь, то в душе я подумал, что если ты пришел ко мне посреди ночи, то ты обязательно нуждаешься в чем-то. Я понял, что, наверное, с тобой случилась какая-то беда, и ты пришел ко мне за помощью. С этими мыслями я взял саблю, поскольку это та вещь, которую я мог бы помочь тебе. Затем мне в голову пришла мысль, что ты миллионер, но иногда и миллионеров постигает такое несчастье, что они нуждаются в деньгах. Когда-то в Восточном Пенджабе было много мусульман-миллионеров, но сейчас они стали абсолютно нищими. Я всю свою жизнь копил деньги и собрал 500 рупий, которые хранил в земле. С этими мыслями я начал копать землю и вытащил этот узелок. Поэтому мне пришлось на некоторое время задержаться перед тем, как выйти на улицу. После этого я подумал, возможно, кто-то из твоих домашних заболел и нуждается в каком-либо уходе. Поэтому я разбудил свою жену и взял ее с собой. Я приготовил все, чтобы помочь тебе. Скажи, какая у тебя нужда?» Отец сказал своему сыну: «Посмотри, каким должен быть настоящий друг». Потом отец сказал своему другу: «У нас все нормально, я пришел к тебе, чтобы показать своему сыну, какими бывают истинные друзья». Обетованный Мессия мир ему, рассказав это событие, сказал: «Такова истинная дружба. Человек должен больше дружить с Богом, чем с человеком. И он должен всегда быть готовым пожертвовать своим имуществом, всем, что у него есть, и даже своей жизнью ради него. Друг иногда сам подчиняется своему другу, а иногда он хочет, чтобы его друг слушался его. Также обязанностью человека является совершать пожертвования с искренним сердцем. Всевышний Аллах иногда слушает нас, и мы пользуемся многими его благами. Мы используем те вещи, которые он создал ради нашего удобства. Что мы сделали для того, чтобы иметь право пользоваться этими вещами? Всевышний Аллах исполняет многие наши желания. А если он не исполняет одно наше желание, то мы начинаем плохо думать о нем. Истинной связью является та связь, которая не ослабевает, как бы трудным ни было положение. Те люди, которые не совершают намазы, должны проанализировать себя. Также должны проанализировать себя те люди, которые не отдают предпочтение религии перед миром. Многие мусульмане Ахмадии, выходцы из азиатских стран, живущие сейчас в Европе, забыли о том, что они получили гражданство благодаря Ахмадияту. В то время как они должны были больше служить религии, они иногда начинают выдвигать возражения против общины. Такие люди не являются хорошими поклоняющимися и проявляющими преданность. Как сказал обетованный Мессия мир ему, преданность должна быть одинаковой и в хорошем, и трудном положении. И мы всегда должны быть готовы пожертвовать всем, что у нас есть, ради Всевышнего Аллаха. Это событие, о котором рассказано выше, похоже на дружбу верующих рабов Аллаха. И обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, прекрасным образом рассказал об этом событии, и он сказал: «Там, где есть любовь, человек не спрашивает о причине. В дружбе человека сначала объявляют о своем подчинении, и потом он думает о том, как надо поступать, чтобы выполнить повеление своего друга. Таково состояние пророков. Когда Всевышний Аллах ниспосылает им какое-то повеление, то они не ищут какого-то повода, чтобы не выполнять его, потому что любовь к Аллаху очень глубоко проникла в их сердце. Когда они слышат какое-то повеление Аллаха, они не говорят: «О Аллах, ты просто насмехаешься над нами, мы не можем выполнить это повеление», а напротив, они говорят:
мы повинуемся и готовы выполнить его. И они встают для выполнения этого дела и думают о том, как выполнить это дело. Так же поступали святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и обетованный Мессия мир ему. В те ночи, когда Всевышний Аллах сказал им: «Встаньте и исправьте мой мир», они сразу встали и потом размышляли о том, как это сделать. Давайте представим себе ту ночь, которая была 50 лет назад. Хазур говорит: сейчас с той ночи прошло 126 лет. Обетованный реформатор продолжает. Ту ночь, которая должна была стать исторической ночью. Сколько среди нас, принесших обет верности обетованному Мессии мир ему, размышляет об этой ночи, которая была дарована после продолжительной ночи мрака, и после которой нам было даровано радостное время и время успехов. Многие люди умерли, ожидая пришествия обетованного Мессии мир ему. Этот день успехов был дарован нам после того, как Всевышний Аллах сказал одному своему беспомощному рабу: «Встань для исправления мира». И он встал. Это были та преданность и любовь, которые были приняты Богом. И потом Всевышний Аллах оказал ему свою милость. Богу не свойственно плакать и смеяться, потому что Он не плачет и не смеется. Но когда мы говорим о любви, то эти качества связываются с Богом. Например, в хадисе сказано: когда Аллах увидел гостеприимство одного сподвижника, он засмеялся. Я говорю, что если бы Бог обладал качеством смеяться и плакать, то когда Он вручил обетованному Мессии мир ему дело исправления мира, и обетованный Мессия мир ему сразу встал, не размышляя о том, как это сделать, то, видя это, Бог, наверное, заплакал бы и засмеялся. Почему бы он засмеялся? Он засмеялся бы из-за того, что этот бессильный и слабый человек взял на себя такую большую обязанность. И Всевышний Аллах заплакал бы, видя, какую страстную любовь он проявил ради него. И это было такое искреннее проявление дружбы, что Бог принял ее. Затем обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал то событие о дружбе богатого и бедного человека, о котором я уже рассказал выше. Затем обетованный реформатор сказал: это великолепный пример истинной дружбы. И когда человек слышит о нем, он приходит в восторг. Но эту дружбу невозможно сравнить с дружбой человека с Богом, потому что пророки на каждом шагу проходят через испытания на пути Аллаха. Они на каждом шагу приносят пожертвования. И пророки проявляют большую искренность, чем искренность этого бедного человека, проявившего свою искренность по отношению к своему богатому другу. Если человек посмотрит на поступок этого бедного человека с точки зрения логики, то он будет смеяться, потому что у богатого человека
были тысячи слуг, и могла ли жена этого бедного человека сделать больше, чем эти тысячи слуг? И он также обладал миллионами рупий. И чем могли бы ему помочь 200-300 рупий этого бедного человека? У этого богатого человека было много телохранителей, и могла ли сабля этого бедного человека помочь ему больше, чем его телохранители? Но из-за любви к своему другу он не думал о том, какую пользу он получит от его сабли, его несколько рупий или помощи его жены. Он думал только о том, чтобы отдать своему другу все, чем он мог помочь ему. Если у человека есть любовь к кому-то, то он ни о чем не думает. Это подобно тому, как курица укрывает своими крыльями цыплят, когда на них нападает коршун. Из-за любви человек иногда совершает такие поступки, что люди считают его сумасшедшим. Но на самом деле такое сумасшествие дороже, чем разум этих людей. И можно пожертвовать разумом людей всего мира ради таких поступков этого сумасшедшего. Потому что поистине разумным является то, что делается из-за любви. بادشاہوں کو گدا اور گداؤں کو بادشاہ بنانے والا خدا حکومتوں کو قائم کرنے اور حکومتوں کو مٹانے والا خدا دولتوں کو دینے اور دولتوں کو لینے والا خدا رزق کے Когда пророк слышит зов, что создатель земли и небес, великий Бог, Бог, который нищего делает царем, Бог, который может уничтожить царство и может восстановить царство, Бог, который дает пропитание всем людям, или лишает его того, кого он пожелает. Бог каждой частицы и небес нуждается в твоей помощи. Тогда этот слабый и беспомощный человек не говорит Богу: «О Всевышний, что ты говоришь? Разве ты нуждаешься в помощи кого-то? И как я, бессильный и беспомощный, могу помочь царю земли и небес?» А он встает со своим слабым телом и говорит: «О Бог, я пред тобой, и я готов сделать это». Кто может почувствовать глубину страсти этой любви? Только тот, кто ощутил в какой-то степени эту любовь. Как я уже сказал, 50 лет назад, Хазур говорит, сейчас уже прошло 126 лет, еще раз раздался глас Всевышнего Аллаха, и он сказал человеку, пребывающему в одиночестве в Кадьяне: «Мне нужна твоя помощь, потому что мир оскорбил и унизил меня. И в мире никто не взывает ко мне. Я остался без помощников. О, мой раб, помоги мне». Но тот, кому обратился Бог, не думал о том, что Бог обладает всей силой, и чем я могу помочь ему. Когда он услышал эту просьбу Бога, в нем возник огонь любви, и он стал подобен безумному, и со всей страстью он сказал: «О, мой владыка, я пред тобой. Я спасу твою религию от гибели». Так что сегодня мы являемся признавшими того человека, который растворился в любви к Аллаху и который дал обещание Аллаху, что он распространит его религию по всей земле, и мы притязаем на то, что мы дали обет верности этому истинному слуге святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی بیعت میں آنے کا دعویٰ کرتے ہیں اگر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی ہے اور اسلام Пришествие обетованного Мессии мир ему является исполнением пророчества святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И сейчас ислам вступил в эпоху своего возрождения, и посредством обетованного Мессии мир ему ислам достигнет всех концов земли.
мы принесли ему обет верности, что мы станем его помощниками, и нам сейчас надо использовать для этого все свои способности, и мы должны проявить свою любовь к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и обетованному Мессии мир ему. Мы должны произвести в себе чистые преобразования, и мы должны увеличивать уровень своей преданности. Мы должны быть готовы к совершению пожертвований, как был готов этот бедный друг ради своего богатого друга. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность сделать все это. Аминь. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ